2002, Salt Lake City. Холодная погода не испугала зрителей. Более 50 тысяч человек собрались на церемонию открытия 19-х зимних Олимпийских игр в американском Солт-Лейк-Сити. Для Жака Рогги это были первые игры на посту президента МОК. Печальные воспоминания навеял в этот радостный день вынос американского флага, извлеченного из-под обломков Всемирного торгового центра. Но Олимпийские игры – это фестиваль планетарного масштаба, и поэтому, конечно, прежде всего это праздник. В Солт-Лейк-Сити приехали атлеты из 77 стран. Игры открыл президент Джордж Буш-младший. Я объявляю зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити открытыми. Как и положено, внесли олимпийский флаг. И зажгли олимпийский огонь. Эту честь предоставили хоккейной команде США, выигравшей у сборной Советского Союза в далеком 1980 году в Лейк-Плэсиде. И началась Олимпиада. Первые медали были разыграны в женских лыжных гонках на дистанции 15 километров свободным стилем. После быстрого старта итальянка Стефания Бельмондо сломала палку и долго ждала, пока ее тренер найдет ей новую. Но даже эти неприятности не помешали Стефании завоевать золото в этой гонке. У мужчин на этой же дистанции впервые в истории зимних олимпиад открыл счет своим медалям Эстония. Андрус Вейерпалу завоевал золото, а Як Мае – бронзу. Серебро досталось норвежцу Фруде Эстилю. В эстафете за золото сражались команды Италии и Норвегии. Никто не хотел лидировать на финальной прямой, но все-таки это пришлось сделать итальянцу Кристиану Дзорзи. Именно тогда норвежец Томас Альсгурт и совершил свой золотой рывок к финишу. Один из новейших олимпийских видов – сноуборд «Хафпайп» – привлек к себе внимание невероятного количества зрителей. Среди женщин победила американка Келли Кларк. В мужских соревнованиях все ступеньки пьедестала почета заняли американцы. Последний раз подобное случилось 46 лет назад. Чемпионом стал Росс Босс Пауэрс. Вторым Дэнни Касс. И третьим Джей Джей Томас. В мужском параллельном слаломе Александр Майер, младший брат знаменитого горнолыжника, проиграл дуэль неизвестному швейцарцу Филиппу Шоху, который пошел дальше, прямо до высшей ступеньки пьедестала. В финале Шох опередил Рихарда Рихардсона из Швеции.
В 2000 году американцу Крису Клагу сделали операцию по пересадке печени. Через 2 года мужественный спортсмен добыл себе бронзовую медаль Олимпиады. В женском параллельном слаломе олимпийская чемпионка француженка Карин Руби не смогла отстоять свой титул, уступив соотечественнице Изабель Блан. Только бронзу в Могуле взяла чемпионка прошлых игр японка Тае Сатоя. Норвежка Кари Тро исполнила технически идеальный спуск в финале и стала чемпионкой. В мужских соревнованиях тоже произошла смена чемпиона. Джонни Мозли, любимец американской публики, остался лишь 4-м. А золото завоевал финн Янне Лахтела. В квалификации по акробатике Эвелин Леу из Швейцарии исполнила рекордный прыжок – тройное сальто с 3 пируэтами. Однако выше 11-го места на соревнованиях ей подняться не удалось. Алиса Кемплин из Австралии продемонстрировала серию впечатляющих прыжков. Белоруска Алла Цупер из-за неудачного приземления потеряла шансы на медали. Победа в этих соревнованиях досталась юной австралийке. В мужских соревнованиях чех Алис Валента пошел ва-банк в финальном прыжке. Тройное сальто назад с 5 пируэтами. Такого еще никто не исполнял на Олимпийских играх. Соперники должны были дать адекватный ответ. И Джо Пэк отважился. Но этот прыжок был удостоен лишь серебряной медали. Чемпион прошлой Олимпиады Эрик Беркуст не смог составить конкуренцию ни Валенте, ни Пэку. Бронзу увез домой белорус Алексей Гришин. Мало кто предполагал, какие страсти поднимутся в таком прекрасном и элегантном виде спорта, как фигурное катание. В парном катании после короткой программы уверенно лидировали Елена Бережная и Антон Сихрулидзе. Но вперед отчаянно рвались канадцы Жами Сали и Давид Пелетье. После произвольной программы судьи поставили их на 2-е место. И разгорелся страшный скандал.
Такого спортивный мир еще не видел. Громкие обвинения в закулисных интригах, давление на судей и даже прямые оскорбления. Канадская делегация подала протест. Французский арбитр Мари Рен Легунь была дисквалифицирована по обвинению в предвзятом судействе. Безобразный скандал вынудил МОК принять странное решение. После длительного обсуждения с господином Чин Кванте вчера вечером я провел этим утром совещание исполнительного комитета Международного олимпийского комитета. И мы получили официальное предложение от Международного союза конькобежцев присудить вторую золотую медаль Сале и Пелетье. После этой Олимпиады ИСУ кардинально пересмотрел систему судейства соревнований по фигурному катанию. Падение в короткой программе не позволило Евгению Плющенко подняться выше четвертой строчки в протоколе. Однако блестяще исполненная произвольная программа принесла ему серебряную медаль. А главного соперника Евгения Алексея Ягудина ждал настоящий триумф. Его катание было столь совершенным, что никаких вопросов ни у кого не возникло. 4 шестерки за произвольно, все остальные 5 и 9. Ни один фигурист в мире никогда не получал более 1 шестерки на главных соревнованиях, тем более на Олимпийских играх. Французская танцевальная пара Марина Анисина и Гвендоль Пизера лидировали после короткой программы. Удачное выступление в произвольном танце позволило им сохранить преимущество над российским дуэтом Лобачева-Авербух и получить золотую медаль. Итальянцы Барбара Фузарпали и Маурицио Маргалью упали во время проката, но это не помешало им стать бронзовыми призерами. Серебро Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха стало 15-й медалью советских и российских танцоров на зимних Олимпийских играх. Американка Мишель Кван, в Нагано проигравшая Таре Липинске, была одной из главных фаворитов в женском одиночном катании. После короткой программы она с небольшим преимуществом опережала свою основную соперницу Ирину Слуцкую. Но в произвольной программе расстановка сил кардинально изменилась. Просто блестяще откатала свою программу 16-летняя Сара Хьюз из США. Ее выступление судьи оценили очень высоко. И соперницы Хьюз, включая Сашу Коэна и Мишель Кван, занервничали и, не выдерживая напряжения, начали совершать ошибки.
Последней вышла на лед Ирина Слуцкая. Возможно, она каталась слишком осторожно после того, что произошло с лучшими фигуристками, и ей досталось лишь серебро. А Сара Хьюз стала чемпионкой Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Ровно 70 лет назад на Олимпиаде в Лейк-Плейсиде американец по имени Джек Ши завоевал 2 золота в скоростном беге на коньках. Ветеран погиб в автокатастрофе за 17 дней до открытия Олимпиады 2002 года. Но одним из фаворитов соревнований в скелетоне был его внук Джим Ши. Скелетон дважды включали в программу Олимпийских игр в 1928 и в 1948 годах. Но окончательно эта дисциплина стала олимпийской только в Солт-Лейк-Сити. Мартин Реттель из Австрии был основным конкурентом американца. Джим Ши пролетел по желобу со скоростью выше 120 км в час и добыл заветную золотую медаль, выиграв у соперника на финише 0,05 секунды. На трассе он был в шлеме, внутри которого спрятал фотографию дедушки. В Солт-Лейк-Сити впервые в истории были проведены олимпийские соревнования по скелетону среди женщин. Местная любимица Тристан Гейл перед финальным заездом совсем ненамного опережала другую американку Ли Энн Парсли. Парсли показала отличные секунды и на время стала лидером, пока не наступила очередь Гейл. И Тристан не разочаровала болельщиков. Забыв о соперничестве, подруги по команде радовались, что привезут домой и золото, и серебро. Немец Георг Хакль в то время уже был самым прославленным саночником в истории и рассчитывал здесь стать первым олимпийцем, заработавшим 4 золотые медали на 4 зимних олимпиадах подряд. На предыдущих играх в Нагано Хакль стал первым саночником, сумевшим показать лучшее время в каждом из заездов. Он победил тогда с огромным преимуществом более 0,5 секунды. И это в виде спорта, где призеров разделяют подчас лишь тысячные доли секунды.
Солт-Лейк-Сити конкуренция была гораздо выше. Мечта Хаклера растаяла в воздухе после того, как его итальянский соперник Армин Цогелер идеально прошел трассу в четвертом заезде и забрал себе золотую медаль. Но Хакль все же вписал свое имя в аналы зимних олимпиад, потому что стал первым олимпийцем, выигравшим медали на 5 играх подряд. В санях-двойках основная борьба проходила между немецким и американским экипажами. Бронзовые призеры Нагана Марк Гримет и Брайан Мартин из США в последнем заезде лучше всех промчались по трассе и взлетели на первую строчку таблицы результатов. Последними стартовали лидеры соревнований, чемпионы мира, обладатели Кубка мира – немцы Лайтнер и Рёш. Их время во втором заезде было чуть хуже, но общее преимущество сохранить удалось. Немецкая пара выиграла олимпийское золото. Силки Отто в последний раз выступала на Олимпийских играх в 92-м году в Альбервилле, но медаль не выиграла. В Солт-Лейке она возглавила немецкую команду девушек, забравших все медали в санном спорте. Еще один олимпийский дебют Солт-Лейк-Сити – женский бобслей. Два немецких экипажа доминировали на каждом этапе Кубка мира. Первая команда Германии опередила своих конкурентов по национальной сборной, но неожиданно вторая сборная США – Джилл Бейкен и Ванетта Флауэрс – вырвались вперед. Это было настоящим сюрпризом. А Ванетта Флауэрс оказалась первой темнокожей чемпионкой зимних Олимпийских игр. Три десятка лет на олимпийском бобслейном горизонте не было лучше команд двоек, чем швейцарские и немецкие. На этот раз была очередь Германии получить олимпийское золото. И экипаж пилота Кристофа Лангена оказался на финише на 9 сотых секунды раньше, чем швейцарские. В четверках тоже победили немцы. Второй экипаж Германии, пилотируемый дебютантом Олимпиады Андре Ланге. Серебро и бронза достались американским спортсменам. Sport ou extrême Chanel. Когда вы чувствуете друг друга так, словно вас ничто не разделяет, это ни с чем не сравнить. Потому что теперь вы можете чувствовать каждое движение, как никогда прежде. С новым Durex Real Feel. Когда настоящая страсть движет тобой, наслаждайся полнотой ощущений. Durex. Норвежец Ули Эйнер Бьорндален стал третьим по значению олимпийцем в истории зимних игр. Его 4 золотые медали в биатлоне на одной олимпиаде уступали только 5 золотым медалям Эрика Хайдена и 6 высшим наградам Лидии Скобликовой в конькобежном спорте.
Правда, четвертая победа Бьёрндалена на этих играх была для норвежцев общей, потому что они выиграли эстафету 4 по 7,5 километров. Когда Улейнер отправился на свой этап, друзья по команде уже создали для него комфортный отрыв. И с его последним метким выстрелом улетели тщетные надежды конкурентов. Шведка Магдалена Форсберг доминировала в женском биатлоне последние 5 сезонов. Но ни одной олимпийской медали в ее активе до сих пор не было. В гонке на 15 километров она совершила 2 промаха и получила лишь бронзу. А чемпионкой стала Андрей Хенкель из Германии. И другие немецкие биатлонистки выступали не менее удачно. Кати Вильхем заработала золото в спринте на 7,5 километров. Серебро досталось другой представительнице Германии Уши Дизель. Форсберг снова осталась с бронзовой наградой. А немецкая команда завершила выступление на Олимпиаде еще одной победой в эстафете, отстояв звание олимпийских чемпионок. Для Уши Дизель эта медаль стала 8-й, рекордное число для биатлонистки. В финале олимпийского турнира по кёрлингу в матче Швейцария-Великобритания счет долго оставался равным – 3-3. Рона Мартин последним удачно посланным камнем принесла победу Британии. Первую золотую медаль зимних игр с 1984 года, с тех пор, как в Сараеве произвели фурор фигуристы Торвелл и Дин. На следующий день в мужском финале все также решалось в последнем энде. Скип канадской команды Кевин Мартин стремился сломить сопротивление норвежцев, но их скип Поль Трульсен не позволил своей команде расслабиться, и скандинавы выстояли, получив награду «Олимпийское золото». Соревнования по скоростному спуску проходили на очень живописной трассе с мрачноватым названием «Гризли». В этом виде традиционно сильны австрийцы. На этой Олимпиаде не было Германа Майера, травмированного в аварии на мотоцикле, но получили шанс другие номера в богатые талантами австрийской команде. Первым стартовал Штефен Эберхартер и сразу установил очень высокую планку. Вторым ехал Фриц Штробль, показавший лучшее время. И только знаменитый норвежец, олимпийский чемпион Лассе Чьюс, сумел вклиниться между этими двумя супермастерами, чтобы забрать серебро. Для американца Боди Миллера скоростной спуск оказался настоящей катастрофой. Ведь перед комбинацией Миллер занимал лишь 15-е место.
Поэтому в слаломе ему было необходимо показать нечто из ряда вон выходящее, чтобы не выпасть из борьбы за медали. И Миллер это сделал. В слаломе он был безупречен и сумел подняться с 15-й строчки сразу на вторую в итоговом протоколе. Ну а на первой стояло имя прославленного читиля Андреа Мотта. Норвежец завоевал в комбинации свою шестую олимпийскую награду. Это был исторический рекорд. Через три дня Амод добавил в список своих достижений еще и золото в супергиганте. Эта медаль стала седьмой в его прославленной карьере. В гигантском слаломе Штефан Эберхартер воспользовался последней возможностью покорить горнолыжный Олимп. Ведь это были последние Олимпийские игры для него. И в 32 года австриец стал самым возрастным из олимпийских горнолыжных чемпионов. Специальный слалом оказался слишком сложным испытанием для многих признанных звезд. Сверхосторожным на трассе был француз Жан-Пьер Видаль. И его тактика окупилась 100-крат золотой наградой. Франция получила еще один повод для радости, которая на той Олимпиаде была окрашена печалью. Король Монтийо посвятила свой победный скоростной спуск недавно погибшей во время тренировки подруге по команде Режин Кавано. Француженка сразу же установила высочайшую планку, которую никто не смог превзойти. Только итальянка Изольда Костнер смогла максимально приблизиться к результату Монтийо, уступив ей всего 0,05 секунды. Рената Гетшель из Австрии завоевала бронзу. Монтийо тогда стала первой олимпийской чемпионкой Франции в скоростном спуске. Из-за сильного ветра в горах Юты соревнование в комбинации у женщин было решено провести в обратном порядке. Сначала слалом, а уже потом скоростной спуск. Обладательница Кубка мира 2001 года Яница Костелич из Хорватии в прошедшем сезоне много пропустила из-за операции на колене. Но на слаломной трассе она была лучшей. Рената Гетшель из Австрии попытался опередить Костелич в скоростном спуске, показав лучшее время –
но пожаловалась, что трасса была слишком короткой, чтобы компенсировать этот отрыв. Костелич же набрала в слаломе такое преимущество, что обеспечила себе итоговое золото, несмотря на третий результат в скоростном спуске. Это была первая медаль Хорватии на зимних Олимпийских играх. В Супер-Джи неожиданно лучшее время показала итальянка Даниэла Чикарелли, никогда не побеждавшая до сих пор на международных стартах. Костелич уступила ей 0,05 секунды и получила в итоге серебро. Во время слаломных соревнований погода была настолько плохой, что трасса превратилась буквально в снежное родео. Но Яницу Костелич это ничуть не беспокоило. Хорватка и здесь добралась до золота. Вторая победа и третья медаль на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Последнее горнолыжное испытание для женщин, гигантский слалом, давало шанс Костелич вписать свое имя в историю. И она его не упустила. Хорватская сенсация – первая в истории горных лыж трехкратная чемпионка Олимпийских игр и первая, кто заработал медали во всех четырех дисциплинах на одной и той же Олимпиаде. В соревнованиях по прыжкам с трамплина внимание было сосредоточено на двух основных претендентах. Поляк Адам Малыш и немец Свен Ханевольд. Казалось, что только эти два спортсмена будут бороться за золото. На нормальном трамплине Малыш в своем финальном прыжке сделал весомую заявку на итоговую победу. Но Ханевольд пролетел еще дальше. Однако неожиданно победа досталась молодому швейцарцу Симону Аману, который лидировал после первого круга соревнований. Аман ни разу не поднимался в итоговых таблицах выше 26-го места. И вдруг он взлетел, в буквальном смысле этого слова, на лету ухватив золото Олимпиады. Прошло 3 дня, и то, что показалось случайностью, должно было пройти проверку на большом трамплине. Свен Ханевольд сделал попытку помешать дерзкому юнцу из швейцарского захолустья. Но все закончилось для него катастрофой. А Симон Аман второй раз в истории зимних олимпиад покорил оба трамплина на одних и тех же играх. В Калгари это сделал финн Матти Нюкканен. Но впереди были еще командные соревнования. Ханевольд смог компенсировать свою неудачу в индивидуальном зачете.
Мартин Шмидт прекрасным финальным прыжком вывел вперед команду Германии, опередив финнов всего на 0,1 очка. И это принесло ей общую победу. В северном двоеборье прыжки с трамплина дополняются лыжной гонкой на 7,5 километров. Финн Сампо Лайюнен, второй в прыжках с трамплина, доминировал в лыжной гонке и завоевал индивидуальное серебро. А 6 дней спустя в командном турнире двоеборцев Лайюнен привел сборную Финляндии к общей победе. Олимпийский овал Юты считался самым большим закрытым катком в мире. Здесь во время Олимпийских игр было установлено 8 новых мировых рекордов. Голландец Йохем Эйдехаге побил мировой рекорд в беге на 5000 метров, установленный американцем Дереком Парро всего 20 минутами ранее. Другой новый мировой рекорд голландец показал на дистанции 10 тысяч метров, превысив барьер в 13 минут. Еще одно голландское конькобежное чудо – Герард ван Вельде побил мировой рекорд на дистанции 1000 метров. Ван Вельде уходил из спорта в 1998 году, когда он не сумел быстро приспособиться к новым конькам – клапскейтам. Но, поработав немного в автобизнесе, он вернулся на ледовую дорожку. И, как выяснилось, не зря. На дистанции 500 метров канадец Джереми Уотерспун упал, и лидирующую позицию занял американец Кейси Фицрендольф. Ему удалось обойти даже обладателя мирового рекорда на этой дистанции Хироясу Симидзу из Японии. Два мировых рекорда на дистанциях 3,5 тысяч метров покорились Клаудии Пехштайн из Германии. Золотая олимпийская медаль на 5-километровой дистанции стала третьей для Пехштайн именно в этом виде и 7-й олимпийской наградой по общему счету. Канадка Катриона Лемей с новым олимпийским рекордом победила в беге на 500 метров, отстояв свое чемпионское звание. Призер Олимпиады в Нагано американка Крис Уитти выступала и на летних играх в Сиднее в соревнованиях велосипедистов. А на домашних зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, несмотря на то, что всего за несколько недель перенесла серьезное заболевание, инфекционный мононуклеоз, вирус, приводящий к чрезмерной усталости, Крис победила с мировым рекордом на дистанции 1000 метров. В шорт-треке не было равных в эстафете женской команде Кореи. Чемпионке на дистанции 1500 метров Ко Ги Хён было всего 16 лет. Возрастной рекорд в шорт-треке. На дистанции 500 метров бежали две китаянки по имени Ян Ян. Чтобы их не путать, в скобках добавили буквы А и Си. Первая из двух спортсменок принесла своей стране первое золото на зимних Олимпийских играх, начиная с 1980 года. А на дистанции 1000 метров обе девушки выиграли две медали – золото и бронзу, соответственно. Американец Аполло Антон Оно и кореец Ким Дон Сун боролись за лидерство на дистанции 1500 метров. И корейский спортсмен победил.
Но судьи, пересмотрев видеозапись финиша, дисквалифицировали Кима за то, что он пересек траекторию движения Оно и помешал ему. Корейцы возмутились, посчитав, что Оно инсценировал нарушение Кима. Однако же золото все же досталось американскому спортсмену. Он был фаворитом и в забеге на 1000 метров. Явным аутсайдером финала смотрелся австралиец Стивен Брэдбери. Он аккуратно прошел все этапы до финального забега и старался держаться чуть-чуть позади конкурентов. Когда гонка достигла своего апогея, сразу 4 лидера, сражаясь за золото, упали на финишной прямой. А Брэдбери спокойно пересек черту навстречу своей самой невероятной золотой олимпийской медали в Солт-Лейк-Сити. В свалке в итоге обвинили китайца Ли Цзацуна, который сбил все того же американского спортсмена Аполло Оно. Брэдбери сумел просто избежать этой свалки и принести Австралии первое олимпийское золото. В женском хоккее традиционно за золото сражались 2 фаворита – Канада и США. Предыдущие 8 встреч выиграли американки. Это было отличным стимулом для канадской команды. В финале они победили хозяек этой Олимпиады со счетом 3-2. В мужском турнире было несколько сенсаций. Сначала чемпиона 1994 года шведы проиграли в четвертьфинале сборной Белоруссии. Вот эта курьезная шайба. Которая стала роковой для финского вратаря Сало. Правда, сборная Канады скоро прервала эйфорию белорусов и не пропустила их дальше. Родоначальники хоккея не выигрывали Олимпийские игры аж с 1952 года. Национальную сборную возглавлял знаменитый нападающий Уэйн Грецки. И все население Канады, естественно, во время финала прилипло к телеэкрану. Сначала канадцы уступали, но уже очень скоро они взяли себя в руки. Итоговый счет 5-2. И, наконец-то, страна, подарившая хоккей миру, смогла отпраздновать долгожданную победу в олимпийском турнире. Эти игры многие считали удачными. Одно остается бесспорным. Олимпиада объединяет молодежь всего мира на арене мирных сражений и скрепляет людей узами дружбы. Значение олимпийского движения продолжает расти, о чем говорил президент Жак Роги в своей заключительной речи, прощаясь с огнем Олимпиады. Атлеты, мы восхищались вашими замечательными выступлениями. Мы радовались атмосфере честного соперничества и братства.
Пусть не погаснет это пламя. Несите олимпийскую мечту в ваши страны. Вы – настоящие хранители олимпийских ценностей. Пламя отправилось в Турин, где в 2006-м праздник возродился вновь, а Солт-Лейк-Сити остался наедине со своими олимпийскими воспоминаниями.